На связи, мистер Сферический. Сегодня у нас особенный ролик. Не просто очередная история в юмористическом ключе, а история нашего канала, нашего бренда. Как все началось и к чему мы стремимся. Так, с чего бы начать? Итак, нашим первым каналом, как ни странно, была обратная сторона истории. Но не в том виде, в котором вы могли бы знать этот канал сейчас. На тот момент весь канал ждал чистейший ад. Ролики были длинными, но до жути простыми. Мы экономили на анимации как могли. После нескольких таких видео канал ждало закрытие по причине убытков и полного отсутствия просмотров. Но мы не бросили надежды. Мы открыли новый канал, Мистер Сферический. И это был успех. Куча зрителей, положительные комментарии, фан-арты. Это был шок для нас. Мы должны были что-то делать. И мы сделали. Эксперименты, коллабы. Попытались вернуть обратную сторону истории, и не очень удачно, канал снова уходил в минус. Новые шоу, такие как «Шаранутый космос», который, кстати, имеет немалую аудиторию. Скажу по секрету, но мы планируем создать фильм к данному шоу. Круто, да? Так, что еще? Тогда! «Шаранутая работа», клевые ролики на тему истории развития различных компаний, а также об их внутренних делишках. И знаете что? Это далеко не все. Только недавно мы создали новый канал под названием «Наше тело», где рассказываем познавательные факты о нашем теле. Мы также планируем создать небольшую игру. Когда-нибудь попробовать снова вернуть обратную сторону истории и создать еще минимум 20 каналов с уникальным контентом. О да, наш шаранутый уголок разрастается. Как видите, у нас много планов, много надежд и еще больше мотивации. Но к чему я это все? А к тому, что главным источником этой мотивации являетесь вы, дорогие зрители. Вы даете нам, авторам, силы идти дальше, несмотря ни на что. Ваши комментарии, ваши фанарты, ваша поддержка. Но, к сожалению, в это трудное время авторам приходится несладко. Ведь монетизация с русского Ютуба пропала, контент перестал окупаться, а реклама — это редкая роскошь, что обычно не приносит много дохода. И в таком случае вы, зрители, можете помочь автору, оказав также и финансовую поддержку, помогая устоять на плаву, продолжать творить и не сбиться с пути. Поддержать авторов можно различными способами. Например, Boosty. Простая в использовании платформа для авторов, что желают монетизировать свой контент. Подходит буквально всем. Блогерам, подкастерам, фотографам, косплеерам, музыкантам, тиктокерам, иллюстраторам, писателям, журналистам, общественным деятелям. В общем, каждому автору контента, которому есть чем поделиться со своей аудиторией. Можно создавать платные подписки разных уровней для зрителей и награждать их эксклюзивным контентом. Создавать сборы и цели. В нашем случае сборы на воскрешение обратной стороны истории. Проводить закрытые эксклюзивные стримы. Вы можете дать возможность всем вашим подписчикам отправлять вам личные сообщения или ограничить список до людей с определенным уровнем подписки. Кстати, возможно, вы не знали, но у нас есть свой Boosty, где мы постоянно публикуем кучу различного и уникального контента для платных подписчиков. По типу бэкстейджи с озвучки, шикарные обои для телефонов и компьютеров с нашими персонажами, уникальные кадры, предпоказ эпизодов или процесс анимации, чтобы банально отблагодарить тех, кто жертвует нам копеечку. Может, когда-нибудь с вашей помощью мы сможем возродить обратную сторону истории. Кто знает. Кстати, вы тоже знакомьтесь с сервисом по ссылке в описании. Регистрируйтесь и развивайте свои проекты с помощью финансовой поддержки аудитории. Но, кажется, я сбился с мысли. Я хотел сказать одну простую истину. Что поддержка зрителей правда важна. Ведь кем бы мы были без зрителей?